Отдых на острове. Мак Латрак – самый лютый уголовник за всю историю Франции. Он был сослан на остров Дьявола, а мне было приказано доставить его в это ужасное прогнившее место. Ладно, вставай, ты, неповоротливый громила, давай! А вот и остров, капитан. Мы прибыли точно вовремя. Что? Постойте минуту. Нет, инспектор. Вы должны сойти не здесь. Это... А ты не говори мне, где сойти. Здесь я говорю, где сойти. А теперь спускай шлюпку. Похоже, это на него подействовало. Давай, ты, ленивый осел, греби быстрее. Греби, давай, сильнее, еще. Еще. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Ну вот и причалили. Ладно, ты, свинья. Ты хочешь сказать что-нибудь напоследок, пока я не оставил тебя гнить на острове Дьявола? Это не остров Дьявола. Это необитаемый остров. Необитаемый остров. О, нет. Капитан! Капитан! Черт побери! Следующий корабль будет только через 6 месяцев. Но ты, большой мальчик, по-прежнему мой узник. Одно неверное движение, и я тебя пристрелю. Ты это сделал! Ты сделал неверное движение! Получи! О, нет! Я забыл зарядить пистолет. Теперь единственным законом был закон джунглей. Грубая сила тупой гориллы против хитроумного ястреба. И у него не было шанса против моих мозгов. Выходи и дерись, ты маленький трусливый негодяй. Ладно, коп, у меня бревно на плече. Я вызываю тебя на бой. Ладно, ты большая обезьяна, я тебе покажу. Как тебе это нравится? Вот, это должно его обмануть. Ладно, ты, трусливая свинья, выходи и дерись, как мужчина! Ты маленький грязный коп! Сейчас я прикончу тебя раз и навсегда! Что с этим дурацким канатом? До свидания, коп! Я сброшу тебя с этой скалы! Не беспокойся! Ах ты грязный, мерзкий коп! Если я когда-нибудь тебя поймаю, я... Что это? Встретимся здесь ровно в полдень, если не боишься, инспектор. Боюсь? Я ничего не боюсь. Ты слышал, коп? Ничего! Я только хочу предупредить, что будет больно. Больно, не так ли? А вот и он. Когда этот камень на него упадет, все будет кончено. О, нет!
Прежде чем мы причалим, инспектор, я бы хотел снять кое-что со своей груди. И что же это? Ты